Пусть вам мечтается красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть будут в сердце вашем устремления, которые до Бога долетят, и пусть от них сгорает скверна, счастливей сложится судьба. Пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда. «23 декабря. День Мины. Сегодня почитают святого мученика Мину. Он пострадал за веру во Христа в начале 4 века вместе с другим христианином Евграфом и Ермогеном. Его называли красноречивым за умелые проповеди и обращению народа к правильной вере. Царь приказал их казнить, а тела поместить в железный ковчег и бросить в море, чтобы им не поклонялись. Железный ковчег с мощами святых мучеников не потонул в море, а быстро доплыл до Византии, несясь как летящая птица. Сегодня народ почитал святого мученика Мину. В свое время он исцелил множество коллег, хромых, слепых, убогих, глухих и бесноватых. Помолившись Богу, чтобы он явил силу свою через посредство его рук и призвав имя Христово, Мина налагал руки на больных, творил над каждым из них знамение Святого Креста, и тотчас больной человек получал исцеление. Слепые прозрели, немые говорили, хромые вскочили, как олени. Бесноватые освобождались от нечистых духов. Поэтому Мине молились, чтобы он помог. Особенно почитали его как помощника с болезнями глаз. Также считали, что Мина убирает с глаз пелену, которая мешает отличить добро от зла и правду от лжи. Человек с такой пеленой на глазах не может вести праведный образ жизни. А Мина помогал прозреть и не поддаться искушениям. Приметы. Ясный день предвещает приход морозов. Звезды ярко мерцают сегодня ночью, будет мороз. Если сегодня звезды мелкими кажутся, жди снегопада. Ярко сияет большая медведица, это к бурану. Сухой снег сегодня разносится ветром, это к засушливому лету. Белые облака в небе, скоро будет похолодание. Если облака горят в лучах солнца на закате, к ветреной погоде. Если вы заболели ларингитом, то вот вам народное средство. Смешайте 3 части листьев шалфея, 3 части цветков ромашки аптечной, чайную ложку этой смеси. Надо заварить стаканом кипятка. Лучше всего это делать в термосе со стеклянной колбой. Настоять как минимум полчаса и процедить, полоскать. Чем чаще вы полоскаете, тем лучше будет эффект. Есть особый день в году, наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта бей. Веселись, народ,
наступай, наступай, Новый год. А что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это на Новый год. Бам-б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 ам